Человек-паук. Вы вправду хотите узнать? История моей жизни испугает тех, кто слаб духом. Если вам сказали, что это веселенькая повестушка, и что я самый обычный парень, не ведающий забот, вас обманули. В моей истории, как и в любой из тех, которые стоит рассказать, все связано с одной девушкой. С этой девушкой, с моей соседкой Мэри Джейн Уотсон. Я полюбил ее еще до того, как начал заглядываться на девочек. Как бы мне хотелось сказать, что я рядом с ней, я бы не прочь быть и на его месте. Вот он я. Эй, остановитесь, пожалуйста! Стойте! Эй, остановитесь! Остановите! Стойте! Он бежит за нами аж от бульвара. Спасибо. Простите меня. Даже и не думай об этом. Какой ты неуклюжий, Паркер. Выпускники школы Мидтаун, не разбредаться. Проходите, не задерживайтесь. Пускают сюда отнюдь не всех. Мы пришли на факультет естествознания Университета Колумбия. Ведите себя прилично, чтобы не получилось так же, как с походом в планетарий. Пошли, ребята, держитесь вместе. Поднимайтесь по лестнице и проходите в здание. Будьте добры, Чарльз, остановите за углом. Почему? Вход же с той стороны. Отец, мне неловко приезжать на внеклассные занятия на Роллсе. Я должен поменять его на дешевую машину, так как из частных школ тебя вечно выгоняли за неуспеваемость. Дело было не во мне. Нет, в тебе. Тебе стыдно за то, кто ты есть. Мне не стыдно за то, кто я есть. Но... Но что, Хэри? Да ладно. Пит! Здорово, Хэри. Привет, дружище. Как дела? Хэри! Это тебе не нужно? Спасибо.
Питер, знакомься, это мой отец Норман Осборн. Я тебя слышал. Мне очень приятно, сэр. Хэри говорит, ты вундеркинд в области науки. Знаешь, я тоже, в общем-то, ученый. Я читал ваши работы по нанотехнологии. Это гениально. И ты все понял? Да, я писал по ним реферат. Замечательно. Твои родители, наверное, гордятся. Я живу с дядей и тетей. Они гордятся. Эй, ребята! Пошли! Рад знакомству. Надеюсь, увидимся. Да. Он, в общем, ничего. Да, если ты гений. Он бы усыновил тебя. На Земле имеется свыше 32 тысяч известных нам видов пауков. Они принадлежат к отряду Аранеи. О, как здорово! Это самый совершенный электронный микроскоп на восточном побережье. Потрясающе! Ух ты! Арахнины всех трех подотрядов обладают различными свойствами, которые помогают им добывать пропитание. Например, паук Дилейна, семейство Спарасиды. Он может прыгнуть, чтобы поймать свою жертву. Для школьной газеты. А здесь у нас находится тенетный паук. Семейство Филистатида из рода Кукулькани. Он плетет сложное воронкообразное логовище, из нитей, прочность которых пропорционально соответствует прочности тросов, используемых при строительстве мостов. Отвяжись от него. А то! А то его отец уволит твоего. Что он сделает со мной? Посадит? Тот, кто еще раз нарушит тишину, получит 2 на экзамене. Я не шучу. Шагайте. В процессе охоты проявляет такую скорость реакции и прохождение нервных импульсов, что некоторые ученые считают это чуть ли не даром предвидения. Эти типы придурки. Или паучьим чутьем. Эй, гляди, какой паук. Некоторые пауки меняют окраску в зависимости от окружающей среды. Это защитный механизм. Питер, с чего ты взял, что это интересно? А разве нет? Ценой больших усилий за 5 лет ученым-генетиком Колумбийского университета... Попробуешь с ней поговорить? О, нет. Давай. Лучше ты поговори. Ладно. Это классно. Да, мерзкие твари. Они так мне нравятся. И мне тоже. Знаешь, пауки способны менять окраску в зависимости от окружающей среды. Правда? Да, это защитный механизм. Здорово. Да. Для создания новейшего генома, содержащего генетическую информацию всех трех пауков. Для внедрения ее в организмы этих 15 суперпауков. Их 14. Прошу прощения. Одного не хватает. Да. Наверное, исследователи сейчас с ним работают. Ты знаешь... Этот электронный микроскоп самый большой на восточном побережье. Экскурсовод рассказывает, а ты все время болтаешь. Надо уметь слушать. Привет. Можно тебя снять? Это для школьной газеты. Конечно, да. Отлично. Куда мне встать? Вот сюда. Да, очень здорово. Не сделай меня уродиной. Это невозможно. О, прекрасно. Так, хорошо? Чудно. Энджи, пошли! Стой! Спасибо! Паркер, не отставай! Thank you.
Новая разновидность. Аскорб. Видите? Горизонтальное планирование и компенсация перегрузок. Да, я уже видел ваш глайдер. Все. Я не за этим сюда пришел. Генерал Слокин, рад видеть вас. Мистер Болкин, мистер Фаргас, Норман, мистер Росборн. Посещение членов Совета правления нам всегда в радость. Как идет работа над интенсификаторами деятельности человека? Мы опробовали вдыхание паров на грузунах. Сила увеличилась на 800%. 800%? Побочные эффекты. Но в одном случае, да. Это была аберрация. Дальнейшие испытания прошли успешно. А что наблюдалось в ходе этого эксперимента? Какие побочные эффекты? Жестокость, агрессивность и безумие. И что вы рекомендуете? Это было лишь один раз. За исключением доктора Строма, все сотрудники считают, что препарат готов для испытаний на людях. Доктор Стром? Нужно вернуться к исходной стадии эксперимента. К исходной стадии? Доктор Росборн, скажу вам откровенно, я ведь не поклонник вашей программы. Ее поддерживал мой предшественник. Норман, генерал дал добро квесту Aerospace на создание опытной модели их экзоскелета. Испытание через 2 недели. И если к тому времени ваши интенсификаторы человеческой деятельности не пройдут проверку на людях, я лишу вас финансирования и передам фонды им. Господа, дамы. Запускаем цикл. И сказал Господь, да будет свет, и вуаля. Свет сияет. На все свои 40 ватт сияет. Молодец. Господь в восторге. Только не ухнись вниз. Я ведь уже ухнулся, Мэй. Когда главного электрика завода увольняют после 35 лет службы, как это еще назвать? Я бухнулся в лужу. Дай-ка мне эту миску, дорогой. Корпорация решила сократить штат и увеличить прибыль. О, Бен, ты найдешь себе другую работу. Ну, давай-ка заглянем в газету. Объявление требуется, что тут есть. Компьютеры. Продавец компьютеров, проектировщик компьютеров, компьютерный аналитик. Боже, нынче компьютерам тоже аналитики нужны. Мэй, мне 68, я слишком стар для компьютеров и вдобавок должен содержать семью. Я люблю тебя. И Питер тебя любит. Ты самый заботливый из всех мужчин на свете. И раньше бывало нелегко. Но мы же еще живы. Да. О, привет, родной. Ты как раз успел к обеду. Привет. Как дела? Как экскурсия? Что-то неважно. Лягу, посплю. А перекусить не хочешь? Нет, спасибо. Кто-то перекусил мной. Ну, а ты сделал снимки, Питер? Пойду лягу. Все хорошо. Что это с ним, а? Интенсификаторы деятельности еще не готовы. Проводить опыт пока еще нельзя. Но, пожалуйста, прислушайтесь ко мне. Не надо этого делать. Не трусьте, доктор. Риск – неотъемлемая часть нашей работы. Давайте проведем опыт. Над добровольцем, под наблюдением медиков. Подождите хотя бы 2 недели. Две недели. Через 2 недели контракт отдадут квесту, и Оскарку придет конец. Иногда нужно все делать самому. Дайте промохлорапиразин. Зачем? Он служит катализатором при воздействии пара на кровь. 40 тысяч лет эволюции, а мы до сих пор так бездарно используем человеческий потенциал.
Ладно. Удаление газа из камеры. О боже! О боже! Норман! О боже! Норман! Норман! Странно. Питер! Да! Как ты там? А? Замечательно. Полегчало за ночь? Есть изменения? Изменения? Да, большие. Ну, поторапливайся, а то опоздаешь. Верно. Помилуй. Боже, я думал, ты хвораешь. Я вылечился. Видишь? Счастливо. Ты даже не поел. У тебя есть деньги на завтра? Да, есть. Эй, Микеланджело, не забудь, после уроков мы с тобой красим кухню. Конечно, дядя Бен. Вдвоем всегда проще. Только не спорь со мной. Это возраст. Бушуют гормоны. Вечная история. А ты дрянь, всегда будешь дрянью, как она. Я иду в школу. Ай, катись. Привет, МДжей. Эй, МДжей. Не знаю, может, ты не заметила, но мы живем рядом 6 лет, и я подумал, может, мы могли бы встретиться и сходить куда-нибудь, развлечься. Или, ну, не знаю, нам стоит поближе познакомиться. Или нет?
Папа! Пап, тебе плохо? Эри. Почему ты лежал на полу? Я не знаю. Ты пролежал тут всю ночь? Этой ночью я... Что? Ничего не помню. Мистер Осборн. Сэр, я просил ее подождать в холле. Извините, папе не здоровится. Мистер Осборн, доктор Стром умер. Что? Утром его тело нашли в лаборатории. Его убили, сэр. О чем вы говорите? А полетный костюм и глайдер... С ними что? Их украли, сэр. Проблем. Эй, у тебя голубые глаза. Я не замечала из-за очков. Ты что, купил линзы? Что ж, счастливо. Это смешно, урод! Флэш, это вышло случайно! Я тебе все зубы повыбиваю, случайно! Да брось, Флэш! Уймись! Я не хочу драться с тобой. И я бы не хотел со мной драться! Кому из них? Давай ты. Сдуреть, Паркер, да ты псих. Питер, это ведь потрясающе. Питер!
Вперед! Быстро ввысь, паутина! Шазам! Давай! Давай! Давай, паутина! Давай! Микеланджело, мясо с овощами в духовке. Она принесла наконец пиво. Что? А ты не слышала? Принеси мне пиво. Она принесла. Ох, хрень какая! Я такой же за пиво подожди. А ты там забыла лучше. А ты такая же дура, как твоя мамаша. Уйди от меня. Подслушивал? Нет. Ну, я слышал, но я просто выносил мусор. Тебе надоели эти вопли? Ну, все люди порой кричат. Но не твои дяди с тетей. Они тоже иногда орут вовсю. Слушай, МДЖ, насчет той драки с Флэшем. Ты всех нас напугал. Извини, с ним все в порядке? Он рад, что без фингала перед выпускным. Чем займешься после школы? Я хочу перебраться в город. Хочу устроиться куда-нибудь фотографом. Буду учиться и работать. Ну а ты? Тоже перееду в город. Поскорей бы уехать отсюда. Я хочу... Что? О, доверься. Скажи мне. Я хочу играть на сцене. Правда? О, гениально. Ты потрясающе играла в школьных спектаклях. Правда? Да. Я плакал, как младенец, когда ты играла Золушку. Питер, это было в первом классе. И что? Бывает, человека сразу видно и ясно, что случится в будущем. А что ждет в будущем тебя? Я не знаю. В любом случае, то, чего я раньше не испытывал. А что меня? Тебя? Ты украсишь Бродвей. А ты ведь... выше, чем кажешься. Я сутулюсь. Не стоит. Давай прокачу! Мне подарили тачку! Поехали! Я должна идти. Пока. О, с ума сойти! Какая шикарная! Да, верно. Обалдеть! Садись! Ну и ну, какая тачка! Крутая, верно? Погоди, сейчас услышишь, какой тут сидишник.
крутая тачка. Подержанные автомобили, отличные цены. Мерседес класса Е, Кадиллак Эльдорадо, Ягуар, Порше 911. Мотор Таун, подержанные автомобили. Профессиональные борцы. $3000. За 3 минуты на ринге. Условие – наличие яркой внешности. Варианты костюмов. Пояс с карманами. Символ. Больше красок. Я не одет, тетя Мэй. Что ж, ты так странно себя ведешь, Питер. Ладно, спасибо. Оскорб может лишиться контракта, и его получит квест. Не спета ли песенка Нормана Осборна? Свербит. Может, он не решается сказать мне что? Может, мне спросить? Как ты думаешь? Я не знаю. Я просто не знаю. Привет. О! Я съезжу в центральную библиотеку. О, пока, да, до скорого. Постой, Пит. Я отвезу тебя. Не стоит. Я на поезде. Нет, нет, нет. Мне надо проветриться. Не спорь, не спорь. Давай, давай. Спасибо, что довез. Нет, погоди минутку, Питер. Нам надо поговорить. О, давай потом. Нет, давай сейчас. Если можно. О чем говорить и почему сейчас? Мы давно с тобой не разговаривали. Мы с тетей Мэй уже не понимаем, что ты за человек. Ты не делаешь работу по дому. Ты проводишь какие-то эксперименты у себя в комнате. Ты затеваешь драки в школе. Драку затеял не я, я же говорил. Но ты в ней бы участвовал. А что мне надо было сделать? Сбежать? Нет, нет, убегать не надо. Просто ведь... Пит, пойми, ты меняешься. Со мной в твоем возрасте происходило то же самое. Нет, не то же самое. Питер, в эти годы человек становится тем, кем он и будет до конца всей своей жизни. Думай о том, что из тебя получится. Этот парень, Флэш Томпсон... Вероятно, получил по заслугам. Но если ты можешь его побить, не значит, что ты имеешь на это право. Запомни, чем больше силы, тем больше и ответственность. Ты боишься, что из меня выйдет какой-нибудь преступник? Перестань за меня беспокоиться. Что-то изменилось, я с этим разберусь. Не читай мне нотации, пожалуйста. Я не хотел, чтобы это прозвучало как нотация. Я знаю, что я тебе не отец. Так не изображай папашу. Ладно. Я заеду за тобой в 10.
Борцы полулегкого веса здесь не в чести. Следующий. Нет-нет, запишите меня. Ладно. Вам понятно, что Лига спортивной борьбы не несет ответственности за травмы, которые вы можете получить и, вероятно, получите в ходе выступления? Да. Дальше по коридору. Бог в помощь. Следующий. Победитель! Требую еще! Вы еще хотите? Молот готов всегда! Теперь я попрошу следующую жертву выйти на арену. Если он продержится хотя бы 3 минуты в клетке, с молотом Макро сумма в $3000 будет выплачена. Твое имя, детка? Паук Сапиенс. Паук Сапиенс? Ты придумал лишь это? Да. Ох, это не катит. Сумма в $3000 будет выплачена ужасному, чудовищному, неповторимому Человеку-пауку! Мое имя Паук Сапиенс. Мне плевать, вали на ринг. Нет, он неправильно назвал мое имя. Вали на ринг, кретин! Молодь сожрет тебя и не подавится, мозгляк. Позови сюда мамочку, чтобы тебе мы было кому потом порошок поплакаться. Поспеши, мозгляк. Ну где же твоя мамочка? Я одну за другой поотрываю тебе все 8 твоих хилых лапок, паук. Сейчас, ребят, сейчас тебя прихлопнут. О, мои ноги! Ого, у меня отнялись ноги. Убей его! Прошу охранников запереть клетку. Эй, послушайте! Это какое-то недоразумение. Я не записывался на матч в клетке. Эй, отоприте ее! Снимите цепь! Эй, выродок! Ты никуда не денешься! Ты мой на 3 минуты! 3 минуты счастья! От тебя подальше. Классный прикид. Тебе его муженек подарил. Добей его! Сотня баксов? Было сказано 3000? Ты прикинь, башка паутиная. Было сказано 3000 за 3 минуты, а ты уложил его за 2. За это получи 1000 баксов и еще спасибо скажи. Деньги нужны мне? А вот это явно не моя проблема. Эй, что за дела, а? Сложи деньги в мешок. Держи его! Держи его! Он украл мои деньги! Спасибо! Ну что ты зеваешь? Ты его упустил!
Перекрыть выходы и вызвать полицию! Ты же мог гада прихлопнуть. А теперь плакали мои денежки. А вот это явно не моя проблема. Произошло. Машину угнали. В него стреляли. Мы вызвали скорую. Она уже выехала. Эй, эй, отойдите. Дядя Бен? Дядя Бен? Дядя Бен? Питер. Я здесь, дядя Бен. Питер. Тут!
Не убивай меня! Дай мне шанс! Ну дай мне шанс! А что было с дядей? Ты дал ему шанс? Дал? Отвечай! Спасибо! Прощай. Нет! Из места здания оцеплено со всех сторон. Испытательный полигон. Квест Aerospace. Бункер 6. Добрый вечер. Генерал, рад встрече. Наш экзоскелет открывает небывалые возможности. Я завтра же подпишу контракт, если они и правда так велики. Ну что, вы закончили, ребята? Похоже, вы уверены в исходе испытаний. Абсолютно. Капитан Кертис, лучший пилот. А что вы скажете по поводу Асквортла? Я рад буду, если Норман Осборн останется неудел. Подготовка завершена. Пуск! Радар засек неопознанный объект, он приближается. Что за дела? Вы что-нибудь видите? О, боже! Скажите, знание? Знание. Питер, о, родной, я тобой горжусь. На тебя было приятно смотреть. Пит, отличная новость. Папа снял квартиру в Нью-Йорке. Нам будет где поселиться. О, замечательно. Ты справился. Я не впервые обнаруживаю, что был неправ. Поздравляю. Спасибо. Питер, медаль по биологии – это замечательно. Да. Я знаю, у тебя тяжелые времена, и все ж постарайся понять, это радостный день, судьбоносный день, конец прежней жизни и начало новой. Я не буду с тобой встречаться. Прекрасно. Твое кольцо. А мне это параллельно. Тебе же хуже. Вы с Хэри как братья. Ты нам родной. И если тебе что-то понадобится, позвони мне. Может, приготовить что-нибудь? Нет, спасибо. Его так сегодня не хватало.
Я знаю. И мне тоже. Все же он там был. Я все время вспоминаю то, что я сказал ему напоследок. Он пытался сказать мне что-то важное, а я ему нагрубил. Ты любил его. А он любил тебя. Он верил, что ты вырастешь хорошим человеком. Что у тебя большое будущее, и ты оправдаешь его чаяния. Чем больше сила, тем больше ответственность. Помни об этом, Кит. Помни об этом. Человек в маске сорвал планы грабителя. Это не человек. Мой брат видел, как он соорудил себе гнездо в фонтане. Я считаю, он человек. Может, мужчина, а может быть, женщина. Скупка бриллиантов. Бобби, глянь, какой улов! Из его рук вырастают веревки, и он карабкается по ним, как по паутине. Его паутина, снова видели. Как бы его подпись. Здесь был Человек-паук. Он наш защитник, он защищает людей. А это просто псих какой-то с придурью. Он зараза, он мне не нравится. Не рыпайся. С лучшими пожеланиями, дружелюбный сосед Человек-паук. У него 8 рук? Это классно. У него такая сладкая пыль. Пусть не всем по нраву Человек-паук, но для нас он просто добрый друг. Глянь-ка! Вот Человек-паук! Кто такой Человек-паук? Да преступник! Вот кто он такой! Линчеватель! Угроза и опасность! Как он попал в мою газету? Мистер Джеймисон, ваша жена на первой линии. Она спрашивает... Мистер Джеймисон, проблема с шестой страницей. У нас проблема с первой, заткнись. Да. Ну? Это сенсация. Там важные клиенты, они не могут ждать. Подождут. Он 6 вытащил из того вагона в метро. После того, как подстроил крушение. Что ни случись, этот ползучий гад тут как тут. Смотри, руки в ноги и бежать. О чем это говорит? Он не пытается сбежать. Наверное, спешит на помощь кому-нибудь еще. Он же герой. Тогда почему он в маске? Зачем эта тайна? Она хотела узнать, что купить для обивки. Ситец или шиниль? То, что дешевле. Мистер Джеймисон, ситуация такая. Мы просчитали с 6 страницей. Мы отдали и Мэйси, и Конвею по 3/4 страницы. Мы продали 4 тиража. Продали? И полностью продали. Человека-паука на первую полосу из приличной фотографии. Переместите Конвея на 7. Седьмой проблема. На 8. Избавьте цену на 10%. А, нет, на 5%. Это невозможно. Пошел вон! Проблема в том, что у нас нет хороших снимков. Эдди, которую неделю за ним гоняется, но безрезультатно. О, он что, стеснительный? Раз мы засняли неглиже Джулии Робертс, значит, заснимем и это чучело. Поместите объявление. Платим за фотографию Человека-паука. Он не желает славы? Ну так я его обесславлю. Ресторан «Танцы при луне». Отвали. МДЖ, это я, Питер. Здравствуй. Привет. А что ты тут делаешь? Я ищу работу. Ну, а ты? Спешу на пробы. На пробы? Ты уже устроилась? Да. Я нашла место. И как раз сейчас я иду с работы. Как здорово, МДЖ. Значит, твои мечты осуществились? Эй, красотка! Да. Недостача $6. В следующий раз я вычту деньги из твоей зарплаты. Извините, мисс Уотсон, я к вам обращаюсь. Эй! Ясно, Энрике, ясно! Я слышу! Чтобы больше такого не было!
И не закатывай глазки! Хорошая мечта. Здесь нет ничего зазорного. Не говори Хэри. Не говорить Хэри? Мы с ним встречаемся. Он что, не говорил? Ох, да, точно. Ему не понравится, что я работаю официанткой. Он решит, что это стыдно и... Ничуть не стыдно. Работа как работа. Знаешь, Хэри, он просто живет не на нашей грешной земле. Нет, скорее всего, это не так. Спасибо, Пит. Мы как-нибудь пообщаемся? Давай выберем вечерок и... Может, я забреду попить кофейку у вас в танцах при луне, к примеру? А Хэри не скажу! Да, не говори! Не скажу! Не скажу, Хэри. Новых контрактов? Это здорово. Неуемный Норман с еженедельной инспекцией. Да, это надо. В основном по телефону. Хорошо, что ты пришел. У меня тут просто полный завал. Что-то случилось? Ты выглядишь, словно не победил на Олимпиаде. Нет, но я опоздал на работу, и доктор Коннорс меня уволил. Опоздал снова? Не понимаю. Где ты вечно носишься? Там-сям. Питер Паркер, может, хоть ты скажешь, кто она? Кто именно? Таинственная девушка Хэри. Па. Когда познакомишь? Папа. Нет, Хэри о ней не рассказывал. Эй, Пит, ты ведь, наверное, ищешь теперь работу? Папа, ты ему не поможешь? Нет, спасибо огромное, конечно, но не стоит. Это просто. Я позвоню знакомым. Нет, все же не стоит, сэр. Я сам зарабатываю и сам найду работу. Это похвально. Ты хочешь всего добиться сам. Просто здорово. Где бы ты мог применить себя, Паркер? Я думал, может, в области фотографии. Вознаграждение за снимки Человека-паука. Привет. Давай, живей! Стой на стрёме! Улыбнись! Снимки дерьмо. Дерьмо? Дерьмо. Полное дерьмо. 200 баксов за все. Это слишком мало. Продай кому-то другому. Сэр, ваша жена говорит, плитка для вестибюля закончилась. Скажи ей, там будет ковер. Сядь! Дай сюда. Заплачу 300. Стандарт для внештатников. Этот снимок на первую полосу. А заголовок? Человек-паук. Герой или подлец? Эксклюзив от Daily Bugle. Подлец? Он помешал ограблению бронемашины. Твое дело снимки, а заголовки мое, ясно? Или ты возражаешь? Нет, сэр. Чудно. Отдай это девушке на выходе, тебе заплатят. Я хочу в штат, сэр. Только внештатным. В твоем возрасте это даже полезно. Принеси мне новые снимки этого шута, и, может быть, я их у тебя куплю. Но в штат не возьму. Вот что. Получишь коробку конфет на Рождество, не более того. Проваливай. Приходи со снимками. Здравствуйте. Здравствуйте. Мистер Джеймисон сказал отдать это вам. А, добро пожаловать в Daily Bugle. Спасибо. Я Питер Паркер. Я фотограф. Да, я очень рада. На сегодня Oscorp Industries опередила Quest Aerospace и стала основным поставщиком армии Соединенных Штатов.
Короче говоря, дамы и господа, затраты снизились, прибыли возросли, а наши акции котируются высоко. Чудесные новости, Норман. Прекрасно. Вот поэтому мы и продаем компанию. Что? Да. Квест Aerospace после нанесенного ей удара перестраивается. Расширяется. Они предложили большую цену за наши акции. Почему? Я не в курсе. Они не хотят вести борьбу за власть. С оппозицией в руководстве. Они требуют, чтобы вы ушли с поста. В течение месяца мы должны получить ваше заявление. Но вы не должны так поступать. Я основал эту компанию. Вы знаете, скольким я жертвовал? Макс, прошу. Норман, мы все единодушны. Мы решили объявить о продаже сразу же после праздников. Мне очень жаль. Ты выбыл, Норман. Вот как. Большое яблоко страшится паучьих укусов. Я хотел, чтобы папа восхитился. Он любит черное. Ну, возможно, он все равно восхитится. Я же не уродина. Ты просто красавица. МДжей, сделай мне одолжение. Я оставил в здании питье. Сходим? Здравствуйте, мистер Фаргас. А, Харри. Спасибо. А вы папу не видели? О, я не уверен, что он придет сегодня. Что это? Видно, что-то новенькое. Что это? Это глайдер! Что еще за черт? Человек-паук!
беги, малыш! Скорей, Билли! Ой-ой. Не двигайся! Неплохо! Это круче, чем в метро. Не беспокойтесь, она спустится на лифте. Погоди! Кто ты такой? Ты знаешь, кто я. Разве? Дружелюбный сосед, Человек-паук. Чудесный? В каком смысле чудесный? Нет, ладно, подожди, я сейчас к тебе приеду. Нет, приеду и... Ладно, хорошо. Тогда позвони мне утром, и мы сходим позавтракать, и я тебе что-нибудь подарю. Потому что я хочу тебя немного утешить. Ладно. И чем же он чудесный? Ладно, прости. Доброй ночи. Наплюй на букашек. Все нормально, она просто понервничала. Да. Прости, что я не сказал тебе о нас. Просто я от нее без ума. А ты же так и не раскачался. Ты прав. Так и есть. Я, пожалуй, пойду ложиться. И я еще не хочу спать. Все же кто это? Не знаю. Но в любом случае ему нужно помешать. Здесь кто-то есть? Кто-то. Кто это сказал? Не прикидывайся невинной овечкой! Ты знал с самого начала! Где же ты? Чувствуешь, как у тебя по телу пошли мурашки? Я здесь!
Я не понимаю. Ты думал, что это просто совпадение? Столько событий, и все они тебе на руку. Все для тебя, Норман. Что ты хочешь? Сказать и сделать то, чего ты не посмеешь. Убрать врагов, стоящих на твоем пути. Члены правления Оскорба убиты. Бразды правления в руках у Осборна. Ты их убил. Мы их убили. Мы? Ты помнишь, что тогда случилось в лаборатории? Интенсификаторы. В десятку. Видишь? Я венец твоих творений. Ты же всегда жаждал именно этого. Власть. Полное и безраздельное, о которой ты даже не мечтал. Одно существо может нас остановить. А если залучить его в союзники, представь себе. Человек-паук и зеленый гоблин. Зеленый гоблин, правда здорово? Это я придумал. Любому пугалу нужное имя. Мистер Джеймисон, Человек-паук. Хоффман! Да? Зарегистрируй авторские права на имя Зеленый Гоблин, чтобы я получал деньги. А может, Зеленый Хмырь? Это клевета. Человек-паук не нападал на город, а защищал его. А вот и нет. Клевета бывает устная, а когда в печати, это диффамация. Вы что, совсем никому не доверяете? Своему парикмахеру. А ты что, адвокат? Уходи. Пусть он подаст на меня в суд, если хочет. Вот поэтому в стране... Джеймисон, ты мразь! Кто из фотографов делает снимки Человека-паука? Я не знаю, кто он. Снимки приходят ты по почте. Ты врешь! Клянусь! Через него я найду Человека-паука! Я не знаю, кто это! Ты ничтожество! Ты! Отпусти его, громила! Помянешь черта! Человек-паук! Я знал, что вы с ним заодно! Я знал... Эй, малыш, не мешай маме с папой разговаривать! Спать! Поразительное существо, Человек-паук. Мы с тобой не такие уж разные. Я не такой, как ты. Ты убийца. Ну, каждому свое. Я выбрал свою стезю, ты выбрал стезю героя. И поначалу они сочли тебя забавным, жители этого города. Но есть то, что им куда милее геройство. Промахи героя. Его падение и гибель. Несмотря на все, что ты для них сделал, они тебя возненавидят. Так зачем надрываться? Затем, что так правильно. Открою тебе истину. В этом городе 8 миллионов жителей. И все это огромное стадо существует лишь за тем, чтобы водрузить считанных выдающихся людей себе на плечи. Ты и я. Люди выдающиеся. Я мог бы прихлопнуть тебя сейчас, как букашку. Но я предоставлю тебе выбор. Стань моим союзником. Вообрази, чего мы могли бы добиться вместе. Что мы могли бы создать. Или наоборот, разрушить. Причинить смерть множеству невинных людей, затевая поединки вновь и вновь и вновь до тех пор, пока мы оба не погибнем. Поразмысли над этим, герой! Человек-паук и Зеленый Гоблин терроризируют Билбоу. Разыскивается. Несмотря на все, что ты для них сделал, рано или поздно они тебя возненавидят. Граждане требуют арестовать ползучую тварь. Экстренный выпуск. Привет! Снова я. Привет!
Как прошли пробы? Откуда ты знаешь? Слухи. Твоя мама сказала моей тете. И ты решил наведаться? Оказался по соседству. Мне хотелось увидеть знакомое лицо. Я ехал сюда на двух автобусах и на такси, чтобы... Как пробы? Сказали, что я не гожусь. В мыльной опере им нужно актерское мастерство. Давай съедим по чизбургеру. Можем гульнуть вовсю на $7 и 80 центов. Чудная еда, чизбургер. Но я обедаю с Хэри. Давай с нами. Нет, спасибо. Как у вас с ним? Извини, это не мое дело. Не твое? Но ты интересуешься? Вовсе нет. Разве нет? С чего это вдруг? Я не знаю. Правда, с чего? Я не знаю. Жаль, что ты с нами не идешь. Но я побежала, ладно? Ты попадаешь в беду. А ты вечно спасаешь меня. Кажется, супергерой всегда со мной. Я был здесь недалеко. Ты замечательный. Не все так считают. Все же это так. Приятно иметь поклонников. Можно я поблагодарю тебя? Погоди. Крыша, вот-вот рухнет! Я не пущу вас туда! Крыша, вот-вот рухнет! Спасите моего малыша! Спасите моего малыша! Вот он! Спасите моего малыша! Thank you.
хорошо, ваш малыш цел. Мой малыш! Благослови тебя, Господь! Человек-паук! Не упустите его! Стоять! А ну стой! Ты арестован, пойдешь со мной! О, Боже! Там еще кто-то остался! Я пошел. Я жду твоего возвращения. Я не вернусь вначале. Давай, пошел! Где вы? Где вы? Я вытащу вас отсюда! Успокойтесь! Чего же ты предсказуем, как мотылек на огонь? Что ответишь на мое щедрое предложение? Ты решился или же нет? Это ты решился, Горби. Ума решился. Ответ неправильный. О. Хватит валять дурака. Хэри, все хорошо. Он пришел. Вы готовы? Да. А, тетя Мэй, простите, что опоздал. Очень много работы. Вот фруктовый торт. О, спасибо, ну, мистер Росборн. Как черт хорошо с вами. Спасибо. А кто это юная леди? М.Джей, знакомься, мой отец Норман Осборн, а это Мэри Джейн Уотсон. Здравствуйте. Очень рад. Я давно хотел познакомиться. С Днем Благодарения. Так, ну а где же наш Питер? Надеюсь, он не забыл про клюквенный соус. О, как странно. Я не знал, что он здесь. Питер? Питер! Это ты? Пит? Как странно. Тут никого нет. Он слегка неряшлив, да? Как все нормальные гении. Всем привет! О, Питер! Простите, что опоздал, не город, а джунгли. Пришлось побить старушку, чтобы добыть клюквенный соус. Ох, Питер! Спасибо. Ага. А сейчас садитесь за стол и давайте прочтем молитву. Норман? Паркер. Сейчас. Вот так. Какая аппетитная. Норман? Вы этим займетесь? Ох, Питер, ты поранился. О, я вышел на мостовую и
На меня налетел посыльный на велосипеде. Ну-ка, дай взглянуть. Ох, боже правый, какой ужас. Это пустяки. Я схожу за аптечкой. А потом помолимся. Мальчики впервые празднуют День Благодарения в этой квартире, и надо, чтобы было все как положено. Ты говоришь, как это вышло? Велосипедист. Он меня сбил. Прошу прощения, я должен уйти. А почему? Видишь ли, я уразумел кое-что. Тебе нехорошо? Все в порядке, в полном. Спасибо, миссис Паркер, и всем вам. Съешьте тортик. Папа! Папа! Куда же ты? Я хотел познакомить тебя с МДжей, а ты уходишь? Так нужно. Папа, эта девушка дорога мне. Хэри, умоляю, посмотри на нее. Твоя мать была красива, все они очень милые. А как удастся схватить твои денежки, то сразу покажут свой волчий оскал. Она вовсе не такая. Вот тебе совет, недотёпа, по поводу твоей подружки. Добейся от нее чего хочешь и сразу же брось. Спасибо, что за меня заступился. Ты слышала? Все слышали этого психа. Речь о моем отце. И я мечтаю стать таким, как он, хоть отчасти. Так что не болтай о том, что тебе не вдомек. Хэри Осборн. Простите, тетя Мэй. Человек-паук практически неуязвим. А Паркер... Его мы уничтожим. Я не могу. Нельзя мириться с вероломством. Паркера нужно проучить. Что мне делать? Пусть он познает жгучую боль утраты. Пусть помучается так, чтобы ему захотелось умереть. Его желание исполнится. Но как? Хитроумный воитель разит не ум и не тело. Скажи мне, что? Сердце, Осборн! Сначала мы нанесем ему удар в сердце. Хлеб наш насущный даст нам днесь. Остави нам долги наши, якоже и мы оставляем должником нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас... Продолжай! Продолжай! Тетя Мэй! Уведите его отсюда, пожалуйста. Она поправится? Да, с ней все будет хорошо. Что случилось? Пожалуйста, выйдите пока из палаты. Что случилось? Эти глаза! Эти страшные желтые глаза! Он все знает обо мне. Прости. Она поправится? Все будет хорошо. Она проспала весь день. Спасибо, что пришла. Ну что ты? А ты-то как? Отошла после вчерашнего? Да, вполне. Просто было неловко перед тетей Мэй. Говорила с Хэри? Он звонил. Я не ответила на звонок. На самом деле, я влюблена в другого. Вот как? По крайней мере, мне так кажется.
Сейчас не время об этом говорить. Нет, нет, расскажи. И как же зовут этого парня? Ты скажешь, что я втюрилась, как глупая девчонка. Доверься мне. Забавно. Он дважды спас мне жизнь, а я так и не видела его лица. О, он. Ты смеешься надо мной. Нет, нет, я понимаю. Он крутой парень. А как ты думаешь, все эти жуткие истории о нем правдивы? Нет, нет. Да Человек-паук на такое не способен. Я знаю его немного. Я вроде его неофициального фотографа. Он упоминал обо мне? Да. И что он сказал? Я сказал, он спросил, что я о тебе думаю. И что ты ответил? Я сказал, Человек-паук, я сказал, вот что замечательно в МДЖ, когда ты смотришь ей в глаза, а она смотрит в твои, все становится не так, как обычно. Ты чувствуешь прилив сил и слабеешь в то же время. Ты вроде радуешься, и в то же самое время тебе страшно. Тебе не совсем понятно, что ты чувствуешь. Но ты понимаешь, каким человеком ты хочешь быть. Как будто ты достиг недостижимого. Но ты к этому не готов. Так и сказал? Ну, что-то вроде того. Привет. Папа! Отец, это ты? Что такое? Ты прав насчет МДЖ. Ты во всем прав. Она влюблена в Питера. Паркера? Да. А как он к ней относится? Он влюблен в нее с 4-го класса. Он пытается это скрывать, но она Питеру очень дорога. Мне очень жаль. Я ведь не часто тебе помогал, верно? Ты занят, ты большой человек, я знаю. Это не оправдание. Я тобой горжусь. Я чего-то явно не доглядел, но я исправлю вину перед тобой. Увидишь, я восстановлю справедливость. Проснись. Иди домой, родной. Ужасно выглядишь. А ты замечательно. Спасибо. Не хочу тебя оставлять. Ничего со мной не случится. Что для тебя сделать? Ты делаешь много. Учеба, работа. Часами тут сидишь. Ты ведь не Супермен, знаешь ли. Ты улыбаешься, наконец-то. Ты ни разу не улыбнулся с тех пор, как Мэри Джейн была здесь. Эй! Я думал, что ты тогда спала.
Тебе было лет 6, когда семейство Мэри Джейн поселилось рядом с нами. Когда она вышла из машины, и ты впервые ее увидел, ты ухватился за меня и спросил: тетя Мэй, тетя Мэй, это что, ангел? Я так и сказал? Так и сказал. Но Хэри в нее влюблен. Она его девушка. Ну, выбирать-то ей. Она и не знает, что я за человек. Ты сам в этом виноват? К чему такая таинственность, детка? Скажи, ну неужели так страшно объясниться с Мэри Джейн и рассказать, как она тебе дорога? Всем остальным это известно. Я скоро вернусь. Пик. Ну сними же трубку. Это я. Эй, Эмджей! Свою арию после гудка. Эмджей, это Питер, ты тут? Алло? Ты где? Но я лишь хотел узнать, как ты. Позвони мне, когда вернешься, ладно? И вообще, не броди по темным улицам. Алло? А Человек-паук выйдет поиграть. Где она? Только дураки. Потому что в любой момент какой-нибудь садист и псих может поставить тебя перед выбором. Бросить погибать любимую женщину. Или пусть пострадают детишки. Выбирай, Человек-паук, и ты увидишь, что герои получают в награду. Не делай этого, гоблин! Мы выбираем, кем хотим быть. Так выбирай!
Наша база будет стоять под вами! Он летит обратно! Слушай, тебе нужно слезть вниз! Я не могу! Ты сможешь! Энджей, ты справишься. Ты должна. Положись на меня. Держись крепче. И скорее спускайся. Быстрей! Но я не могу! Держись, Мэри Джейн! Ему не сдюжить! У него получится! Пришло время умереть! Иди сюда, Громила! Сейчас я тебе покажу! Отстань от Человека-паука! Парень пытается спасти детишек! Да, да, я тебе покажу! За паучка весь Нью-Йорк! Тронешь одного из нас, будешь иметь дело со всеми! Счастье, вот что ты выбрал. Я предлагал тебе дружбу, а ты плюнул мне в лицо. Тебе не плести паутину, Человек-паук. Не будь ты так эгоистичен, твоя милая подружка скончалась бы быстро и безболезненно. Но теперь ты всерьез меня разозлил. И она будет умирать долго и мучительно. Мы с МДЖ на славу побалуемся. Постой! Это я!
Осборн? Питер, слава богу, что есть ты. Ты убил тех людей на балконе. Это гоблин! Я тут совсем ни при чем! Не дай ему завладеть мной снова. Умоляю, защити меня! Ты чуть не убил тетю Мэй и хотел убить Мэри Джейн. Но не тебя. Я пытался помешать, но я не смог. Я ни за что не причинил бы тебе зла. Я знал с самого начала. Случись со мной что-нибудь, только на тебя вся моя надежда. Ты, Питер Паркер, спасешь меня. Так и случилось. Слава богу, что есть ты. Дай мне руку. Поверь в меня, как я поверил в тебя. Я был тебе как отец. Будьте ты сыном для меня. У меня есть отец. Его звали Бен Паркер. Провались, Человек-паук! Питер, не говори, Хэри. Что ты сделал? Что ты сделал? Мне очень жаль, Хэри. Я знаю, что такое лишиться отца. Не я лишился, а меня лишили. За это Человек-паук заплатит. Клянусь могилой отца, Человек-паук заплатит. Слава богу, что есть ты. Больше у меня нет близких. Что бы я ни делал, как бы я ни старался, расплачиваться за все вечно будут те, кого я люблю. Бен Паркер, любимый муж и дядя. Ты, наверное, по нему горюешь. Без него очень трудно. Я хотела кое-что сказать тебе. Когда я висела там на ниточке, считая, что умру сейчас, все мои мысли были об одном человеке. Но не о том, о ком я ожидала. А о тебе, Пит. Я думала, как бы мне все-таки выжить, чтобы еще хоть раз увидеть лицо Питера Паркера. Правда? Единственный человек всегда был опорой для меня. И он во мне видел то, что я и не мечтала увидеть сама. Он просто видел меня. И этого достаточно. А
Оказывается, я люблю тебя. Я тебя люблю, Питер. Мне хотелось одного — сказать, как сильно я ее люблю. Я не могу. Чего не можешь? Сказать тебе. Я имею в виду, нужно много сказать. Да, нужно многое рассказать. Я хочу, чтобы ты знала, я всегда буду рядом с тобой. Я всегда буду помогать тебе во всем. Даю тебе слово. Я всегда буду твоим другом. Только друг. Питер Паркер. Это все, что я могу. Что бы ни выпало мне в жизни, я всегда буду помнить слова. Чем больше сила, тем больше и ответственность. Это мой дар, мое проклятие. Кто я? Я Человек-паук.